Доброе утро, мои дорогие. Ну что, сделала я похожую на голову змеи. Ну вот, надо будет еще глазки нарисовать. Вот. Мне очень нравится эта подвеска. Во-первых, она ручной работы. И это прям видно. Она такая грубоватая. Такая вот. Надо сделать из нее какое-то украшение. Такое грубоватое. Может быть, даже мужское. Хотя для мужского вроде как великовато подвеска. Ну, в общем, я подумаю. Самое главное, что я промучилась и сделала похоже на голову. Уже хорошо. А у нас вот такой день. Дело уже к обеду двигается. Ну, а у меня, как каждое утро, в общем-то, одно и то же. Соседи когда-нибудь уберут со своего балкона вот это безобразие. Вот. А что я делала? Сашку покормила завтраком. Мелкого вчера вот ему горчишники в носки на ночь в нос капало. Пока непонятно, он рвется гулять. Сопли уже так не льют. Не знаю. Надо еще подержать его дома денечек, последить за ним, чего там. Вот. Клетку почистила. Свиньям нашим. Ну, в общем, что-то ковыряюсь, уже дело к обеду. И вроде и дел-то особенных не видать, но... Время летит. Летит и летит. Думаем, что делать с моим днем рождения. Я не хочу ничего. Какая радость, а? 68 лет. Вот радость-то. Праздник так праздник. Ладно бы еще были бы тут Егор с Гришей. У них тоже 1 августа, как у меня. В один день мы. Вот. Ну, а так одной. Ну, Макар приедет. Саша тут, дочка. Ну, не знаю, посмотрим. Саша... У меня, оказывается, любит столы накрывать. А мне вот, честно говоря, жалко на это время терять. Я бы лучше что-нибудь сделала. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Да, что я вам хотела сказать, зайки мои. Если вы видите плохое качество на Ютубе, если Ютуб замедляется, ну, он на самом деле замедляется, скоро его будет невозможно смотреть на компе. А вот на телефоне нормально пока. Так что смотрите на телефоне. У меня вот некоторые, я смотрю некоторые видео на компе, нормально. А потом посмотришь, а это с другой стороны. Поэтому нормально. А наши очень часто прям не очень. Даже вон Сашка смотрит наш мультики на Ютубе по телевизору. Качество ужасное стало. Постоянно вот эта штука крутится. И само качество плохое. Вот. Но это может быть не у всех так, но к этому все идет. Обещали же к осени. Вот, так что уже читаешь комментарии там. Пишут: мне 70 лет, что я буду делать без Ютуба? Ну а что, подсадили столько лет-то? Ну,
Вот так вот. Так что, как японцы говорят, не дай вам Бог жить во время перемен. А у нас как раз сейчас такое время. Да и не только у нас. Вот такие вот дела. Ладно, голову сделала. Пойду дальше делать чего-нибудь. У меня пришли же заготовки для колец. Можно кольца сделать. Сейчас я, наверное, займусь. Сейчас поболтала с Мариной. Она вернулась дома. Ну и, конечно, крутится. Ну а как же, приехал, надо белье постельное поменять, надо борщ сварить, надо сырник пожарить, господи. Ой. Ну это Марина. Ничего с ней не сделаешь. Ой, лишь бы здоровье было. Я только все время говорю: Маринка, дай Бог здоровья. А вот последнее видео ее с дороги сейчас вам покажу. Себе на еду копаем уже. А? Себе уже на еду копаем. Ничего стоит. 50 рублей килограмм. 50 рублей килограмм. Так. Есть пакеты у вас, куда сыпать? Давай. Старые, говорит. Ой, цветная капуста почем? Ну, за 100 рублей вилов там кило 200. Обалдеть. Я беру. Все, очередь здесь, ребята, очередь. Вот здесь станет, все поросты. А телефон не передает так. Столба там вдалеке. Что это? Как будто фонтан воды. Ну что, мы не знаем. И тут куча от него образуется. Это пара идет. Посмотри, видишь? Да, да. Над ним. Точка это. Ну не, может теплоэлектростанция, да? Это горячая вода, вот. Пар. Да, прям над ним маленькое облачко висит и уплывает. Драки. Что такое, мы не представляем. Что? Чеснок. Я вот как картошку туда положу, и мне не мешает. Я там места хватит чеснока. Пойдешь там? Я здесь посадим. Ох, нас ругают. Ругают нас, наверное. Ну, Викс сидит, бурчит. Я хочу домой, хочу домой. Ну, знаешь, она еще молодая, не хозяйка. Thank you.
вот эти вот заедут, они заплатят по-другому. У них заезд. А мы как будто мы хрен откуда ехали. Камера наблюдения. 200 метров. Генезис тоже красавец, да? Угу. Все облака хорошие. Камер нет. Знаете, нигде мой стаканчик не попадался. Прозрачный? Желтенький такой. Куда-то его впихнула. Просто попить не из чего воду. В сумочке нету. Нет. Тебе нет? А вот чашка моя. А можно я воспользуюсь? Я с тобой воспользуюсь. Будешь воды просто? Это кто? Там, где помидоры брали, там ремонт был пляжа. Вот, и мы приехали, нам еще 5 часов. Да. Что, да? Будем звонить тебе. Будем звонить, я тебе сказал. А он пироги уже испек? Лен, он пирогов напек? Ой, смотри. Ну это охуевший, скотина. Поблагодарил тебя. Ну, да, скотина просто. Справа. Смотри, смотри сейчас. Тварь, ты посмотри, что он делает. Тварь прямо, а. Да еще накажешь, он других людей как наказывает. Люди какие нервы. Сволочь. Фу, у меня голова вот заболела. Тварь. Я такого давно не видел. И все скорость 130. Нельзя такие вещи делать. Нельзя, конечно. Может, он придурок очень. А второе, он же не понимает, что впереди идущая машина может быть очень неопытной. Ой, сколько лет этой чашки-то? Сколько? Седьмой континент, когда был-то? Похрена. Я сначала думал, это чашка ЕС. Раритетная чашка уже. Уже удобная. Конечно. Прикольная, наоборот. Легкая, не бьется и не горячая. Аж прям башку ударил от этого мужика. Спасибо.
как называется темно-красный цвет? Как? Темно-красный цвет. Бордовый? А? Нет, когда пур, может быть, когда три буквы, последняя пур, наверное. Едем с Анапой, там где ты проживаешь. Разве, а я посмотрела, там не обещают никакой красы. Камера наблюдения. 100 метров. Красиво. Маленькая церквушечка такая. Дом река Дон. Вот в ней мы сейчас купались, вон там внизу, но вам ничего не видно, что я показать ничего не могу. И здесь ничего не могу. Ну вот с самого краешка вот так. Очень красиво. Ну, не все можно показать, снимая на камеру. Мы получили удовольствие, искупались здесь. Балдеем. Смотри, какое здание слева. Ну, в смысле, там. Через 300 левее такой вход какой. Ты ничего это не снимает. Надо заходить смотреть. Если Бог даст, поедем, зайдем в Лискис. Смотри. Вот, за шлагбаумом там купель. Да? Да. Она говорит, какая-то очень сильная купель, говорит, сюда люди издалека ездят. Да здесь монастырь еще такой. Ну, будем знать. Надо будет в купели нам тоже искупать. Конечно. Зайти, посмотреть все эти достопримечательности. И усадьба Муравьёгарского еще тут день. Недалеко, 40 километров. В Задонский монастырь съездить. Это всего 10 километров показывается. Городской пляж города Задонска. Купание запрещено, мы пойдем. Ой, как здесь красиво. Просто балдёж. Мы уходили, на столе ничего не было. Ничего, я специально везде прошла и посмотрела. На столе не было. В холодильнике ты смотрела? Налево? Смотри, какая красота. Вообще обалдеть. Мы в прошлый раз не здесь поворачивали. Какая красота сразу. Вообще. Просто. Волшебство. Мы не сюда повернули. Ну ничего страшного. Что ничего страшного? Мы в прошлый раз тоже здесь ехали. Туда? Да. Он тогда так повел. Потом повернуть направо. Все пароли явки сдали. Машина. Резные какие дома. Боже мой, у всех что-то резное. И налево потом, да? А где налево? Здесь? Маня, это твое место сняли. Вообще. Мусор если есть, выбрасывать. Сейчас будут там. Красиво, что как. Уж плавать. Нет? Не надо плавать, нет. Где?
основан в 1779 году. На минуточку. Отпуск не заканчивается. Он продолжается. Ух ты, смотри, выскочил. Красавец. Что ты? Человек идет, монах чуть не убил. Желтые красивые поля под солнышком. Это же просто сказочно красиво. Волшебство. И везде попончики. Поля все покрашены белой красочкой. Мы ехали, видели лес покрашенный белой краской. Для чего-то я не знаю, что они лечат деревья, странно. Так я ехал, вот такие деревья, и так между ними над машинами самолеты пошли. Представляешь себе владение клюшкой какое? Ну это есть же люди такие. Это же вообще, какая мастера. Скорость там, чуть-чуть. Мы едем по деревням, везде продают помидоры, перец, баклажаны, картошку. Капусту даже купили цветную по случаю. Эко-Нива, экскурсии. Одобрено. Машина, как собака, Олег. Вон церквушка какая красивая. Побегу, а то меня убьют за то, что я тут 2 часа гуляю. Поехали дальше. Вот с таким флагом чеснок покупаем. Это банка у вас, да? Нет, у нас бани нет. А вот это что такое? А это сарай. Сарай? Ну что-то красивые для сарая, занавески висят. И дед, пойми, где занавески? 2 килограмма. Там? Охранная такса. Мы такой тоже заведем.
где баня, вы спрашиваете? Я думал, это баня. Да ну, я дом у нас. Живем. Не, мы за углом, и пойдет от забора. Решили купить чесночку. А почем чесночку? 250. Ведро, да? Ага. Три ведра. Так у них красиво здесь. Давай посмотрим. Какой двор ухоженный, да? А там огород конца и края нет. Красиво. Вот скажи Сереге, чтобы такую завел, и достаточно. Не вижу. А не надо, иначе сейчас... Нет, сейчас, это такса. Еще, а, такса? Еще цепь порвет. Нет, малыш. Вот такую Сереге скажи, давай мы такую заведем. Да. А я... Нет, это натура. Мне вот в детстве мне нравилось сюда ходить, чай скупать. Мы с дядюшкой. Очень. Это ласточки. Ласточки сидят. У них здесь где-то гнездышко. Какой? Я тоже хочу. Хоть посмотреть, двор снег как красивый. И фонтанчик тебе. Вон бьет красотень. Здравствуйте! Чеснока хотели? Почем? Почем чеснок? 250. Нормально. У нас прошел дождик ровно 2 минуты. И опять солнышко. Ну что, мои лапуськи, давайте пока с вами расстаемся. До следующего видео. Пойду заниматься делами. Сейчас Сашку маленького надо обедом покормить. Ну, в общем, дел-то хватает. Все, вы там берегите себя, ладно? Всем здоровья, бобра, да побольше. Мирного неба всем над головой. Давайте, мои дорогие, пока.